Так. А как дети относятся к вашему правонарушению? Как я нарушаюсь? Смотрите. Вы заезжаете. Ну, смотрите. А вообще никак нельзя. Спасибо большое за понимание. Прямо на машине в съездной? Нет, не на машине. Меня так. Раньше был связной. Теперь здесь кебаб 24 на 7. Ну, вот теперь я буду знать, что тут этот кебаб. Вот. Добрый вечер. Общественное движение Стопхам СПБ. Вы сейчас находитесь на тротуаре. Ну, что? Ну, нельзя. Делать вам. Нечего. Так же, как и вам. Зачем ты мне подрёшься? Он светит вниз. Он светит вниз? Товарищ инспектор. Вот он мне светит. Ну, не светит, светит. Все равно на вас попадает. Здравствуйте. Вечерняя программа Стопхам СПБ. Я не буду, сейчас не готова. А все, тогда не я, тогда сотрудник ГИБДД к вам подойдет. ЧПС, точнее, прошу прощения. Скажите, остановитесь, по документам. Какой цели по тротуару делаете? Я тротуаровала. Так а зачем тротуар? Там стоят все машины. Нет, это понятное дело, сейчас мы, я с вами общаюсь, не со всеми, а с вами. Налево припаркуйтесь, протокольчик вам вышел, движение по тротуару. Здравствуйте, мужчина. Вы прям так проехали мимо стройки ГИБДД? Тоже начну вас снимать. Это как? Вы, конечно, можете меня снимать. Я против-то ничего не имею. На каком основании? Маска ваша где? Как ваши документы? А как ваши перчатки? Документы. А где ваши перчатки? Документы ваши. Какие документы? На каком ГИБДД? Основании вы меня снимаете? На основании 29 статьи Конституции. Телефон, пункт 4, уберите, если вам прям так где удобно ваша будет. Маска? А где ваши перчатки? Мои перчатки в кармане. Отойдите. А у меня в аптеке. Так, я вызываю милицию. Камеру уберите. Нет, конечно, я не уберу. Я хочу снимать, я буду снимать. На вы же меня сфотографировали. Мне знак. Знак чего? Какой запрещенный, знак? Что здесь можно проехать. А тротуар это является своим определением. Оно с... Документы ваши предъявите, пожалуйста. Они у меня с собой. Я только сотруднику ДПС могу их предъявить. Ну тогда Я звоню сотрудникам ДПС. Почему так нагло заехали? Здесь потому что проезжая часть. Это не проезжая часть, это тротуар. Если проезжая часть, мы что, просто так стоим? Просто так стоите. Нет, смотрите. Какие-то документы. Я вызываю. Проезжая часть, она вон там. Здесь тротуар. Штраф. А вы, пожалуйста, самодеятельность. 4 полосы, проезжая часть, вон. Ну это не сколько самодеятельность, это моя гражданская позиция просто. Вот, я очень рада, а у вот меня если... гражданская позиция. У вас есть основания меня сейчас останавливать? Нет. Конечно. На каком основании вы сейчас здесь препятствуете выезду? Документы 45-я статья Конституции. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право. Молодые люди, ладно, какие снимают нас без разрешения, препятствуют выезду. Адрес какой? Науки 14. Вам придется чуть-чуть подождать, потому что сотрудники ГИБДД выписывают сейчас протокол, потом будет этот водитель и потом следующий. Ну, вы можете. Сколько? Ну, можете у сотрудников ГИБДД спросить и все. Вот они там выписывают. Куда же его, в очередь? Я понял. А, я так понимаю, Стопхам, да? Стопхам СПБ, все верно. Виноват, можно никак не проехать? Только через протокольчик. Ну, без проблем, давайте тогда припаркуйте. Ну, вон, можете в очередь встать. Тут уже прям реально живая очередь. Пожалуйста, а вы кто? А я жена своего мужа. Жена своего мужа? Да, могу представить. А я сын своего отца. Очень прекрасно. Понятно. Так вы что-то хотели от меня? Нет, нет. Ну, можно же снимать, сказали, я правильно понимаю? Да ради бога. Кому-то жалко, что ли? Вы ко мне с какой-то претензией, что ли, обращаетесь или что? Ну, к нам же обратились с какой-то претензией. Кто, я? Молодые люди. А ко мне-то какие вопросы? Вам никакие. Ну? Вы ко мне обращаетесь с претензией? Я не приобращаюсь к вам с претензией, попросила просто вас одеть маску. Спасибо, что это сделали. Ваша, да, супруга? Нет. Это я тут вообще по работе. Нельзя на тротуару двигаться, да, курс? Объяснили вам, да, пункт 9.9 на Росстройте. Значит, штраф предусмотрен в размере 2000 рублей. Административное постановление сейчас в ваше отношение будет составлено, поедете дальше, понятно? Да. Больше туда не надо движать. 5 минут надо подождать, я вас повезу. Я вас полностью поддерживаю. Потому что вот это вот все, вся безответственность, потом вылетают на красный свет на перекрестке, сбивают людей. Автомобилисты просто, должны понимать, где их место, где место пешеходов. Что вы дети, горите эти деньги переработать? Приехали бы сюда, вот всей банды, как стали бы тут писать-то всех? Понятно, да, что происходит? За все знания объясняйте, да. Все оформляйте, как
Да, 9.9 мы правила нарушили, поэтому водите на машину. Сейчас я выпишу его постановление. Давайте. Штраф предусмотрен в размере 2000. 20 дней льготного периода. Я бы сейчас встал бы туда и бы ушел. А вы не можете туда встать, потому что там тротуар. Да я понимаю вас. Вот, понимаете? И вот туда, в принципе, заезжать. Вы устраиваете херню. А вы что устраиваете? Почему? Аргументируйте, пожалуйста. Я не буду аргументировать. Ну, знаешь, что у вас плохо с головой, раз вы не можете аргументировать? Я могу аргументировать, нет времени. Нет, вы не можете. Вы можете просто словами бросаться, и все. Парковки вначале продумайте, а потом устраивайте. Машину продайте и ходите пешком. И вопросов не будет. Я не знаю, как вас отблагодарить еще, поэтому... Спасибо, я не буду. Ребята, вот это будет. Спасибо большое. Я спросить хотел, что происходит. Где? Я просто был среди тех, кто пытался сюда заехать. Сюда же нельзя заезжать. Нельзя. Ну, вероятно, потому что здесь пешеходная зона. Тротуар, да. Тротуар, если да? Точнее. А это как бы не парковка? Нет. Не парковка. Наша парковочка знаком обозначается. Ну, в общем, да, согласен. А вы где какое-то движение? Общественное движение СтопХам СПБ. А, я понял вас. Успехов вам. Спасибо. Работе. Всего спасибо. Доброго. Алло, оператор! Че? В чем проблема? Вы по тротуару... Вы что, совсем что ли? Приклеил! Приклеил! Доволен! А теперь дождаемся... Что еще надо? Теперь дождаемся ГИБДД. Оставайтесь на месте, ДТП. Да куда вы едете? Какая разница? У вас же запись да. есть. Че вы понтуетесь-то? Я вот сюда ее поставлю. Нет, на тротуаре сбил. Я не уехал. Он уже уехал, пускай куда хочешь. Не надо, отпускай. Скоро, да, отходи. Отойди, отойди, Миша. Да. Как вы сами увидели на видео, данный автомобиль скрылся с места ДТП. Мы оставим заявку сотрудникам на данного автолюбителя. Дальше уже будут происходить процессуальные действия. А вы кто такие? Люди. А что вы здесь стоите, а? Может быть, вы в другое место куда-нибудь зайдете? Здесь куча мест, где можно так стоять. Но... Куча. А вы нашли самое хорошее, да, жители тут задолбали. Видите, а при чем здесь разговор? Жители? А при чем здесь жители? Потому что, притом здесь, вот мы жители этого дома. Живем. А я тоже здесь живу. Сюда, а мы все здесь живем, да? Мы все здесь живем. А, вы все да. здесь живете? Да. Я понимаю, да. Я сомневаюсь. Удачи. До свидания. Вот вы видите, здесь чищено. Мы можем, когда еду на своем автомобиле, проверить, что здесь другая грунтовка, что эта дорога отличается от этой дороги. Дурацкий вопрос. А знаете, как тротуар определяется согласно правилам дорожного движения? Ну, так меняется грунтовка дороги, он должен отличаться от основного дорожного Нет, покрытия. В смысле как? Вы сейчас не правы. Если вам интересно, откройте главу 1 ПДД, там четко прописано, что такое тротуар, как он определяется. Ну хорошо, прям вы дословно. Там никакой про грунтовки ничего нету, там прям вот придете домой, почитайте. Хорошо, я почитаю. Ладно. Ты, Ань, хочешь, иди. Мне просто интересно на будущее, чтобы давай. Знать. Ладно, давай, все. Все, давай, с наступающим. Давай, пока. Можете набрать в поиске правил дорожного движения, да, там будет определение тротуар. Ну, как бы, элемент дороги предназначен для движения пешеходов и примыкающих к проезжей части. Или к велосипедной дорожке, либо отдельно от них, отделен газоном. Проезжая часть? Стоп. Газон, тротуар. Поворот. Отделен? От проезжей части. Вот здесь-то как-то огорожено. Тротуар определяется какие-то? От проезжей части. Смотрите, проезжая часть, газон, тротуар. Увезли 4 автомобиля, еще 2 автомобиля получили протокол. Понял, ладно, хорошо. Ладно, все, с наступающим. Спасибо. И вас? Всего доброго. Хорошего вечера. У вас просто здесь не живете? Я, допустим, живу здесь. Дальше. В этом доме, да? Да, в этом доме. Какой парадный? А какая разница, вы ко мне в гости хотите? Да. А я не зову. Понятно. Я вас запомню.